смотри. Говорит, что ликвидируется какой-то магазин, идет распродажа с 70% скидкой. Шарик, привлекай внимание, потом я залез на лестницу. Потом на эту лестницу залез, сейчас там вещает. А 75% скидкой? Скидки. Это город Киров, я, честно говоря, такого еще не видала. Ну, шарики-то постоянно одевают. Чтобы были дяденьки на лесенках, такого еще не было. Сейчас поеду еще мимо, может быть, сниму его. Что он там повещает. А, этик громкоговоритель постоянно говорит. Что тут они придумают, а? С рекламой. Интересно. Прикольно сидеть так на лесенке, как белочки. А, белочки, девочки. Соответственно, нужно успеть. Я думала, это остановит нас светофор. Думала, остановит светофор, постою, поснимаю дяденьку, но светофор не остановил, пришлось проехать дальше. Вот. Так что едем. Ладно, это я такая задачная. Просто думаю одновременно и про дяденьку, и про светофор. И как мне тут сейчас проехать? Сейчас подождите, я даже не могу выключить телефон. Так что, если что, выключайте сами. Нет, я сейчас выключу. Куда-нибудь доедем. Меня зовут Кривошейная Елена, где нужно НИП я обычно. Келени. Иногда пишу видюшки про город Киров. И еще у меня есть каналы, и там обычно идет пометка Келени. Так что, если вам что-нибудь интересно, подписывайтесь, пролистывайте. И хорошего вам дня. Пока-пока.